Всем привет, мои хорошие! Решила снять для вас влог, а именно ламинирование волос в домашних условиях. Сама буду делать в первый раз. Прибежала домой суток с работы. Сегодня много дел. Буду убираться сейчас и будем с вами ламинироваться. Еще нужно отснять видео. Заказик Фаберлик ко мне пришел. Сегодня у нас отличная, просто замечательная погодка. За окном солнышко, 27-28 градусов нам сегодня обещают. И мы сегодня планируем нашей большой дружной компании пойти коптить рыбку. Так что все надо успеть. Смотрите, вот у меня волосы сейчас грязные. Я буду мыть. И на чистые волосы будем с вами ламинироваться одним интересным средством. Все, девчонки, убралась. Теперь самое время заняться собой. Будем замешивать ингредиенты для ламинирования. Нам понадобится 6 столовых ложек воды. Так, я взяла такую кастрюльку для всяких экспериментов, она у меня предназначена. Раз, два, три, четыре, пять, 6 и столовая ложка желатина. Вот такой у меня желатин. Можно взять агар-агар, это по типу растительного желатина. Значит, столовую ложечку. У меня прям с горкой получилось. Ну, так нормально, мне кажется. Вся пачка, наверное, столовая ложка. Высыпаем в нашу водичку. Перемешиваем и ставим на огонь. И будем помешивать тоже и доводить до кипения. Еще нам понадобится маска для волос, либо бальзам, который вам не очень нравится, не жалко, или который нравится. Я возьму вот эту от Faberlic, Deep Aqua, она мне не нравится, поэтому буду использовать ее вместе с желатином. Желатин и так сам по себе дает отличный результат. Поставила, девчонки, нашу смесь на огонь. И сейчас буду помешивать. Так, где моя вилочка? Вот она. И доводить до кипения, чтобы у нас весь желатин растворился. Кипит наша смесь. Мешаем, мешаем. Чтобы никаких комочков у нас не было. Почему именно варить? Я предполагаю, что чтобы действительно вот эта вся смесь не была комками на волосах. Ой, надо убавить. У меня прям кипит, кипит. Вот. Но еще не весь растворился. Немножечко еще пускай покипит. Ну, в принципе, все, девчонки, я думаю, достаточно, он растворился, и пока он немножко остынет, я пойду мыть голову, потому что делать это все необходимо на чистые волосы. Девчонки, помыла я голову, волосы точнее, перевела желатин вот в такую баночку, вот здесь его сколько, вот так он выглядит, и буду добавлять туда сейчас маску. Блин, я какую-то густую, конечно, выбрала, ну ладно, надеюсь, размешается сейчас. Добавлю, наверное, вот столько. Сейчас посмотрим. На эта маска вообще жутко густая от Faberlic. Ай! Расплескивается. И, в общем, я вот таким вот образом перемешиваю ее с желатином. Перемешала, девчонки, до более-менее однородной консистенции. Вот сколько получилось ее. Вот такая масса. Сейчас будем наносить на волосы. Нам понадобится еще полиэтиленовый пакетик. Потому что мы будем все это дело заворачивать. Так, полотенце. Теперь распределять на корни. Не знаю, это смотрите по вашим волосам. У меня корни, в принципе, такие жирноватые периодически бывают. Сейчас, конечно, когда в светлый цвет крашусь, нет. Наносим по всей длине, но можно сантиметра 2 отступать от корней. Распределяем по волосам все это дело. Особое внимание будем уделять кончикам.
около девчонки смесь все на свои волосы. Теперь одеваем пакет. Какой хотите, в принципе. Волосики убираем все. Класс! Я вся измазалась в этом желатине. И одеваем сверху полотенце. Все, девчонки, чудо-смесь на волосах. Будем ждать час, наверное, точно. И посмотрим, что там происходит. Будем смывать. И главное, не забывайте, когда наносите смесь на волосы, вообще любую маску или бальзам, делайте это сверху вниз вот такими движениями. Таким образом, вы закрываете чешуйки вашего волоса. Он не будет топорщиться и будет гораздо лучше смотреться, лежать. И вообще будет более здоровым. Ну что, девчонки, походила я с этой смесью на голове, наверное, уже часа полтора. Потому что пока помылась, посидела в ванной, скрабики, масочки и так далее, накрасилась. Полотенце сменилось, большим неудобно было. Сейчас будем с вами смотреть, что там с моими волосами происходит. Так, полотенце можно смело в стирку отправлять. Но все, в принципе, мокрое, влажное, липкое. Будем смывать. Да, смывать, кстати, будем теплой водой, прохладненькой даже лучше, без шампуней, без бальзамчиков, без всего. Смыла, девчонки, всю эту смесь. На удивление, конечно, она смывалась вообще прекрасно. Никаких комочков, ничего. Как обычная масочка, хорошо смылась. И сейчас будем сушить волосы с вами. И смотреть, что у нас там получилось. Вообще, когда я смывала, было такое ощущение, что волосы как-то плотнее, что ли, стали. Ну, в общем, сейчас посушим и посмотрим. Девчонки, я посушила волосы. Я просто в диком восторге. Посмотрите, как они блестят. Это просто что-то. Конечно, там реанимация кончиков не такая сильная, но все равно они, то есть, не стоят, они уже свисают. Вообще, это просто бомба, девчонки. Я когда начала их сушить, уже у меня был шок. Даже на мокрых волосах этот блеск был просто нереальный. Я надеюсь, вам камера передает. Смотрите. Смотрите, как они блестят. Они живые, они плотные. Действительно, вот как будто каждый волосик. Я делала один раз ламинирование в салоне. Вот как бы обволокли каким-то средством классным. Смотрите. Живые волосики, гладенькие. Потрясающе. Просто, девчонки. Я сейчас вам покажу еще на солнышке и сзади. Девчонки, идем на солнышко. На лоджию выхожу, смотрите. Как они блестят на солнце. По-моему, девчонки, супер. Я, конечно, довольна вообще на все 100%. Посмотрим, насколько продержится этот эффект до первой помывки или как. Вот, девчонки, солнышко спряталось, и смотрите, при естественном освещении, как блестят, переливаются волосики. Надеюсь, камера вам хорошо передает. Супер. Волосики мои тоже счастливы. Нереальный блеск вообще. Немного масок, всяких масел. Но вот этот вот эффект плотности, здоровья волос такой вот, ну, это вообще круто. На самом деле, девчонки, это круто. Я вам очень советую попробовать
желатиновое ламинирование, вот да, ламинирование дома, потому что, ну, в принципе, продукт безвредный, я думаю, ничего страшного с волосами не случится после. Лучше один раз попробовать, потому что, ну, я довольна, девчонки, вот мои жжёные волосы, они вообще себя чувствуют потрясающе, они шелковые, плотненькие, они блестящие, ну, вообще здорово. Я советую вам, девчонки, обязательно попробуйте этот рецептик. Ну, а на этом все. Вот такой у нас получился с вами влог. Надеюсь, что я была вам полезна. Если вам нравится видео такого формата, разные бьюти-лайфхаки, я очень много их, кстати, знаю. Если вам нравится подобный контент, то обязательно пишите в комментариях, я вам сниму еще что-нибудь интересненькое. На этом все. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.